Узкие стиральные машины Electrolux имеют совершенно потрясающее соотношение глубины и загрузки. При глубине 38 сантиметров они готовы вместить в себя до 6 килограмм белья. Просто вдумайтесь, почти 4 стандартных комплекта постельного белья готовы поместиться внутри за один раз. Такая стиральная машина просто идеальный выбор, если у вас совсем мало места в ванной комнате или на кухне. Стиральные машины с управлением TC3 обладают очень простым и понятным управлением. Для выбора программы поверните поворотный регулятор. LED-индикатор подсветит ту программу, которую вы выбрали. Для установки нужной функции или температуры просто прикоснитесь к сенсору. Функция Time Manager позволит вам вручную сократить длительность программы до необходимого времени. Кнопка «Старт-пауза» позволит вам остановить стиральную машину для необходимой дозагрузки белья. Функция «Auto-off» отключит полностью стиральную машину через 5 минут после окончания цикла стирки. Это позволит не только сэкономить электроэнергию, но и дает ощущение безопасности. Протирать сенсорную панель значительно проще, чем кнопочную панель управления. По умолчанию продолжительность программ рассчитана на полную загрузку стиральной машины. Однако очевидно, что если мы стираем небольшое количество белья, то стирка может пройти значительно быстрее. Поэтому во всех стиральных машинах Electrolux применяется функция автокоррекции длительности программы. Машина сама скорректирует длительность программ, исходя из актуального количества белья внутри. Загрузите стиральную машину, выберите нужную программу и опции и нажмите кнопку «Старт». Изначально вы увидите стандартную длительность программы. Примерно через 10 минут работы сенсорной системы вы увидите скорректированную длительность программы, и оно может серьезно отличаться от изначального. Автокоррекция дает нам целый ряд преимуществ. Мы серьезно сокращаем длительность программы и экономим свое собственное время. Белье не перестирывается внутри стиральной машины, а значит не стареет слишком быстро. Мы не видим с вами катушков, не выцветают футболки и так далее. Стиральная машина работает меньше по времени, а значит сохраняет свой ресурс.